Не успели дойти. Сегодня на улице Ленина водитель легкового автомобиля сбил 3 человек, среди которых маленький ребенок. Пешеходы переходили дорогу по регулируемым переходам. Как говорят очевидцы, малыша вносили в карету скорой помощи на руках. Кировчане сняли, как после столкновения малыш неподвижно лежит на земле. Над ним стоят очевидцы аварии. Среди них и водитель БМВ, который совершил наезд. Ребенок переходил дорогу по зебре вместе с бабушкой и дедушкой. Чуть позже появилось видео регистратора автомобиля, сбившего людей. На нем видно, как машина уверенно двигается по улице Ленина, перестраиваясь в крайнюю правую полосу. Подъезжает к пешеходному переходу, на котором загорается желтый, потом зеленый сигнал светофора. Он не успевает остановить машину перед пешеходами и сбивает бабушку, дедушку и маленького внука. Пешеходы тоже начали переходить дорогу на разрешающий сигнал, но не успели. Завершали уже на красный. Все 3 получили травмы, но какой степени тяжести пока неизвестно. Ребенок находится в больнице. Как сообщают некоторые источники, водитель БМВ уверен, что он прав и ему ничего не грозит. По факту аварии идет проверка.